Сейчас 10:30 вечера, и мы идем к бабушке. Я иду к бабушке ночевать. Ну, я иду к маме ночевать. А Рэй тоже говорит, я тоже пойду к бабушке навещу. Вот этой кофточке 15 лет. Короче, я то одну кофточку покажу, которую 10 лет или 15 лет, то другой кофточке. Ну, как-то так, знаете, я прятала, ну, есть у меня антресоли, и я сейчас хотела освободить, и думаю, ну, не получается выкинуть. Думаю, нормально такая, она легкая. Она такая легкая. Правда, красный цвет нужен. Иногда можно и красный цвет одеть. Слушайте, лето. Лето, а Рэйк ходит в этот... Это демисезонная куртка. Никак тепло не настанет. Такой свежий воздух хороший. После дождя просто представить себе не можешь. Пойдем к бабушке, чай выпьем. Я позвонила маме, я говорю, мама, мне тут скучно, я иду к тебе. Мне кажется, она обрадовалась. Ну, потому что ей тоже скучно. Пришли мы к маме. По дороге зашли и такую вещь купили. У нас открылись, я попробовала, очень вкусный. Такой пирог со шпинатом, тремя видами сыра. И вот такую штучку с зефиром. Представляете, какая классная она, мне кажется, будет сейчас очень вкусно. С ревенем. И Арайк будет кушать. Ой, уж лопать, Арайк. Ну, лопай. Так, мама. Пришли к маме вечером. Сейчас везде включаем свет. И мама будет возмущаться. Вот этот свет. Вот при таком свете... Ой, боже мой. Мама сидит, не включает. И мы сидим, не включаем. Будет возмущаться. Сейчас будем чай пить. Ну, так, на самом деле, очень вкусно. Это что вкусно? Вот такое. Это стоит 25 гривен, а это 40 гривен. Очень вкусно. С ревенем. И Арайк будет кушать. Ой. Уж лопать, Арайк. Угу. Ну, лопай. Что вы тут делаете? Чай пьете? Угу. Я говорю, жарится, когда уезжаешь, и когда днем оставляю. Чай пьют. Мне так нравится, когда мама сидит, пьет чай. А у Арайка такое терпение. Он... Вот он делает часто даже то, что ему не нужно делать, что ему не нравится. Вот надо, и он делает. Не хотя, там, ему неприятно, жарко, трудно, тяжело, но он делает, Арайк. Вот это вот черта у него хорошая. Я, например, не такая. А я люблю этот фильм. Ковалёва, молодцы. И я тоже. Хочу. Ковалёва. Мне так настроение поднимает этот фильм. Мама сказала, что какая-то там сучка что-то сделала. Она хочет открыть офис себе. А там говорят это самое... Она это кто, мам? Зеленского жена. А чё же она плохая? Вот. А там говорят, что офис ей специально открыть, это дополнительные деньги. Так лучше бы пенсионерам пенсию дали, зарплату прибавили. Какие миллионы пойдут на ее офис? О чем она, о чем они думают? Что они делают? Твари. Вот это и сказали, да. Что о чем они думают вообще? Офис она хочет себе открыть. Это же она не одна там будет работать в офисе. О, боже. Уже не знают, что делать, слушай. Уже не... Твари. А там сказали, да. Там сказали. Азат, я Рэйк, я шучу. Ну, уж когда бабушка пенсионер, таких много так говорят. Что-то ни одного президента жены не открывали. Офис, а она захотела, ничего себе. Не, ну они там какие-то у них были, ну что там. Он еще планирует на второй, это самый раз идти. Кто его будет терпеть, слушай. Хоть один президент был нормальный для народа, мам? Хоть один был хороший? Один хотя бы. Все недовольны президентом. При идут всех. При Кучме, при этом. Такие цены были? Какие цены? Ну, инфляция? Цены. Инфляция. Доллары столько стоили? Доллары, да. А это уже сумасшествие. Все сволочи. Яйца по 30 рублей стоили? Ну. Не, ну, все инфляция же. Какая инфляция, слушай? Вот будут добавлять зарплату 40%, а за пенсионеров ничего не сказали, ни копейки, ничего. Только будут добавлять, сказали тем, кому 1700. А те, что проработали по 40 лет, не надо? Все, мама выздоровела.
конкретно. Пусть проживет на 2700, да? Ну. О, боже, боже, ужас. Ну. Она хочет открыть. Это где-то это самое, уже будут место искать ей. Смотри. Ну. Там сказали по-прямому, что эти деньги, которые она хочет пустить на свой офис, лучше дали бы пенсионерам и прибавили людям зарплату. Ты что, это хватит, хватит денег всем пенсионерам? А там очень много сказали. Миллионы там надо для нее, миллионы. Я так не вникала, потому что я так клацала и просто наскочила на этот канал. Я была реклама, я думаю, посмотрю, что там дальше. А, включила. О, читаю. Субтитры. О, Зеленская. Леди. Леди Зеленская хочет себе офис открыть. Ну, может, в этом офисе полезные дела она будет какие-то делать? Да. Работу какую-то полезную вести? Он же полезного много сделал, еще она сделает. Да. Беда просто. Ни один президент не заходит. Еще и жены подсуетились. Сам ни черта для людей не сделал. Еще ее суют туда. Не, все жены принимали участие. Но офисы никто не открывал. Ну, у них, наверное, какие-то другие. Короче, Араик везет с каждым годом все хуже. Ой, я не могу. Все? Выступление закончено? Да. Все, закончено. Мама выздоровела. Там варенье, мама спрашивали, как делать из акации. Сложно его делать? С акации? Да. Я просто там пропорцию не пишут. В газете это я нашла. Угу. Значит, обливаешь вот эти веточки. Да. От корешочков, все. Да-да. Ну, я где-то так, на 2 стакана сахара, но сначала сахар не надо. Кастрюльку кидаешь где-то пол-литровую баночку этих цветков. Акация. Я так где-то приблизительно да-да-да. Кинула. И поварила минут 15. Угу. Эти цветы поварить в воде. Угу. На пол-литра воды. Пол-литровую баночку этого, это лечебное. На пол-литра воды, пол-литровую банку акации. Да, цветков этих. Можно чуть больше даже, но да. Не впихивать. А проварить сколько? Минут 20. Mm. А потом засыпаешь, я 2 стакана сахара засыпала. 2 стакана сахара засыпала и проварила. Уже бачу, что вижу, что так немножечко это... Тянется. Не надо, чтобы тянулось. Оно потом, когда остывает, оно застывает, остывает, то оно уже... Да. Значит, и в конце пол чайной ложечки, пусть разведут это, лимонной кислоты, чтобы оно не засахарилось. Пол чайной ложечки отдельно развести и влить за минут 5. До окончания варки. Да. И все, и варенье готово. И все. Это лечебно. Я вот даже сушу, видишь? Это от кашля, от всего. Мама сушит вот тут. Вот такие, вот сколько мама? Ну, такие цветочки мама ложила в этот варенье. Понятно, молодец. Вот даже могу сказать, от чего. Подожди. А. Точно. У меня же, видишь, это я только так могу делать. Вы в жизни этого делать не будете. Как я вот собирала эти вырезки разные. Вас ничего не интересует. Вас аптека интересует. Ну. Все. Да. Вот, смотри. Угу. Вот тут пишут. Видишь, травневый цвет. Вот. Тут пишут, значит... Я сфотографирую, кстати, что, может быть, люди еще и... Подожди, я очки принесу. Не надо, мама. Не эти очки, я не могу этих читать. А зачем я читать? Не, я почитаю, чтобы люди знали, от чего это. Там свет не включить громче. Короче, знаете, я фотографирую. Я вот взяла сейчас, видите, это масло. Я вечером, когда сижу, масло, любое, даже растительное масло можно брать и вот такие массажи делать.
Вот такие. Обязательно. Поэтому у меня на лбу нету морщин. Здесь, конечно, есть одна. Ну, а вот так на лбу нету. Надо обязательно делать вот такие массажи. Мама пришла, сейчас будет читать, слушать. Дверь. Хорошо, открывать. Я поняла. Дверь в ванне закрывать буду. Болбом стукнуть. Хорошо. Так, смотри. Останние дни травня зазвучают... Это не нас... надо останние дни травня. Так, подожди. З лікувальною метою на весні використовуються білі суцвіття. Вони є добрим жаропоніжаючим. Жаропоніжаючим, протизапальним та відхаркуючим засобом. Це от коли кашляєш, що от. Настоєм з квітів лікують простудні захворювання, бронхіти, запалення легенів. З квітів цього чудового дерева можна готувати варення. Ну, тут пишуть це... 60 грам лепестков, но у меня же нет, что там 60 грам лепестков. Ну, да. Так я сама себе на глаз сделала, угу. И вот видишь, так получилось. Но надо это самое смотреть, если капля, как обычное варенье, берешь капельку на это самое, вот так на ноготь, угу. И вот так, если переворачиваешь, держится, как варенье обычное делаешь, все, значит снимай, но за 5 минут лимонную кислоту пол чайной ложки. Оно будет такое и не засахаривается, и вкусное. Все, понятно. Не, меня... это клад. Когда я умру, это клад тут. И полно там вырезок, и полно там. Раньше интересно же было. Все собирали. И не только я. Я вот сколько по телевизору тоже слышала. Люди рецепты собирают, как готовить. Все. Я тоже. А у меня вон тетради, и еще есть полно вырезок. В общем, когда меня не будет, найдёте... Хорошо, когда не будет, я найду, мам. Будете. Дай бог, чтобы... читать. Это мне, когда это меня полезное. Не будет, когда меня не будет, Араик, я не могу это слушать. Это полезно. Не, а как сказать? Араик тут лежит. Я же не вечная. Ну да, это неприятно ещё. Мне неприятно это слушать. Ну причём неприятно? Всегда говорят это во всех... Как это? Я поняла, хорошо. Ничего себе. Все, ладно. Я же не вечная. Хорошо. Все? Все, я ли? Просто это хотела вот донести людям, что это не я сама придумала. Я поняла. Ну, хорошо, все, спасибо. Вот такая не баночка полная, вышла. Не полная, вот такая баночка. Такая. И вот когда кашляешь, как калина, кашляешь или что, с чаем. Все, хорошо.